А сейчас речь пойдет о продукте, который знаком каждому из нас с детства. Происхождение его можно назвать феноменальным. Первично это нектар цветущих растений, но в густую массу его перерабатывают пчелы, представители фауны. Речь идет о меде. Покупать его нужно у проверенных пчеловодов, тех, кто следит за качеством и вкусом своей продукции. Скоро в Тверь приедут пчеловоды из Тамбова. Они как раз хорошо знают, как делается это лакомство. Мед – традиционный русский продукт пчеловодства, который любят и взрослые, и дети. Жители и гости областной столицы всегда с нетерпением ждут приезда тамбовских пчеловодов Тюриных. Их мед покупают в Твери на протяжении 12 лет. Покупатели знают, что у Тюриных всегда выбор меда богатый, все соответствует ГОСТу. Липа, акация, цветочный, гречишный, кориандр и много-много еще всего. И мед с орехами есть, и с сухофруктами мед есть, и другие продукты пчеловодства. Едят тверские покупатели мед круглый год, и зимой, и летом. Всегда найдется повод поставить лакомство на стол. Так, например, на масленицу выбирают мед текучий, жидкий, для блинов больше всего подходит. Особой популярностью пользуются донник липовый с имбирем, мед с молочая в сотах. Последнее, кстати, можно купить на ярмарке на 20% дешевле. Липовый всегда покупаю, нравится. Акация первый раз попробовать. Очень полезный для здоровья, конечно. Чай с медом горячий, молоко с медом. Необходимо мед кушать для того, чтобы повысить свой иммунитет. Он богат витаминами и микроэлементами. В дни проведения ярмарки для покупателей действуют выгодные предложения. 3 литра, 4,5 килограммов цветочного меда вы купите за 1000 рублей. При покупке 3 литров одного вида меда и более – скидка 17%. При покупке 5 килограммов меда один в подарок. Каждый раз я покупаю разные виды меда, потому что они дают попробовать. С молочаем мне очень нравится. И гречишный я покупала. Все очень прекрасно. Скоро наступят праздники. 23 февраля, 8 марта – пора, когда родные и близкие люди радуют друг друга подарками. Пчеловодам Тюриным приходят купить в дар мед, другие продукты пчеловодства, оригинальные подарки, например, свечи из натурального пчелиного воска. Успейте купить мед с 15 по 24 февраля. В следующий раз кочевая пасека Тюриных приедет только в июле в Тверь. Добро пожаловать за медом в торговый центр «Олимп» на Тверском проспекте 2, через центральный вход налево второй этаж, а также в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29, первый этаж.